Да, все так и есть. Мы засчитали двойной аксель, одинарный тулуп. Все точно. Мы засчитали каскад, тройной флип, тройной тулуп. Тройной флип без каскада, но с минус 1 баллом с базовой стоимости. Четверной тулуп мы засчитали. Мы засчитали все и поставили сумасшедшие компоненты. Да, вот позиция. На 10 баллов он опередил Джонни Вейра. Но самое любопытное, дорогие друзья, что... А ведь Воронов сейчас по технике второй, а по общей сумме за произвольную третий. Финал. Момент истины для Джеффри Баттла. Для лидера он опережал на 5 баллов. Ну, округлим там десятый. На 5 баллов он опережал Жубера. Да, 3-2-2 каскад. Блестящий. Тройной флип, тройной тулуп, блестящий каскад. Произвольная программа под музыку Майкла Данна, саундтрек к фильму «Арарат». Три с половиной, да, немножко вывалился наружу на выезде, но выезд засчитывается.
я думаю, что это чемпион мира. На самом деле, драматичнее себе ситуацию представить, наверное, сложно, потому что кто станет чемпионом мира? Джеффри Баттл? Без единого четверного прыжка, но зато с идеальным исполнением всех тройных. Всех элементов, да. Или Жубер. Или Жубер. Рисковал с получетверной. Идеально, чистый с получетверной. Надо было второй раз Жуберу прыгать. Прыгнул бы второй раз. Да, был бы без сомнений, конечно. Да. Сейчас немножко есть сомнения. Баттл или Жубер. Вейр, конечно, уже. И Кевин Ван дер Перен, конечно, уже не достают. А... Нет, Жубер, Вейр сейчас. Что у нас по общей сумме? Жубер, Вейр, Дайсики, Такахаси. Понятно, что Такахаси за бортом. Но кто будет первым? Кто будет первым? Свой шанс Жубер и Вейр уже использовали. А Баттл использовал только что. И все будут решать, конечно, судьи. Без четверного Баттл был, но... Все остальное сделал безупречно. Как в школе, безупречно. Я думаю, что сейчас каждой базовой стоимости его тройных и двойных прыжков судьи будут добавлять. Плюс один, плюс два. Ну, ставить либо один плюс, либо два плюс. Я думаю, даже некоторые поставят три плюса. Но вот были тут погрешности. Здесь, наверное, в районе базовой стоимости стоит прыжок. Ридбергер. Коварный Ридбергер. Идеально. С шикарным выездом. Да, любопытно. Очень любопытно. В этом году Джеффри Баттл занял на Кубке России в Москве четвертое место. И на Скейт Канада он занял третье место. На турнире четырех континентов он был вторым. Он проиграл. Проиграл по всем статьям Дайсики Такахаси. Он не попал в финал гран-при в Турине. Он поменял свою короткую программу перед чемпионатом мира, вернулся к прежней короткой программе. И, между прочим, Арара тоже это прошлогодняя произвольная да, программа. Она ему очень идет. Очень неплохо идет. Поставлена. Так, смотрим. Так, Джеффри Баттл приветствует зрителей. У Жубера 153-47 за произвольную. 5 очков преимущества Баттла после короткой программы. Все, Баттл чемпион мира. Все, Баттл чемпион мира. Серебряный призер чемпионата мира 2005 года в Москве вслед за Ламбьелем. Бронзовый призер Олимпийских игр 163-07. Вот она та гроссмейстерская сумма, которая делает сегодня чемпионов мира. Все, он лучший в короткой, он лучший в произвольной. Да, он был без четверного, но зато он лучший во всех остальных компонентах. 25 лет. Уроженец небольшого канадского городка провинции Онтарио. Ставший на коньки в 4 года. Ли Баркл, тренер, приложил руку к постановке этой программы Рафаэль Рутюнян. И Дэвид Уилсон, тоже хореограф. Я сейчас специально смотрю, ни одного минуса. За все, каскад плюс 29 сотых. Ко второй каскад плюс 1,29. Аксель плюс 29 сотых. Лут Стулу плюс 1 балл. К базовой стоимости я все имею в виду. Ридбергер плюс 1,14. Сальхов плюс 1. Аксель двойной плюс 1. Лут в нулях. Тройной лут с последним прыжком он взял. Джеффри Баттл, чемпион мира 2008 года. Жубер второй, Джонни Вейр третий. Такахаси четвертый, Ламбьель пятый. Сергей Воронов седьмой, браво. Прекрасный результат, поздравляем тебя, Сергей. Давыдов 12-й. Замыкают десятку американцы. Стивен Кэррер, Джереми Эбботт. Чан 9-й, вот мы видим. Ну и где шведы? Шведы только 13-й, 14-й. И Томаш Вернер 15-й. Но на самом деле это все результаты, которые мы уже знаем и которые действительно вдохновляют. Ну а знаете, самое главное, что мы поздравляем Урманова и Воронова. Воронов четвертый в произвольной программе.